Всем привет! В студии Анна Трояна, в эфире Телегид, ваш личный гид по медийному пространству нашего канала. Друзья, в ноябре с ЛРТ так уютно! Киноленты, телесериалы на этой неделе тому доказательство. Все подробности расскажу прямо сейчас. Ну что ж, друзья, ЛРТ вновь дарит вам премьеру. Драматический сериал «Неравный брак» о вынужденном союзе двух совсем разных людей. Алиса – студентка, которая мечтает выйти замуж за своего парня. Но всем ее целям приходит конец. Ее отец задолжал бандитам огромную сумму, и ценой расплаты может стать его жизнь. Теперь, чтобы спасти папу, героине придется выйти замуж за пожилого султана. Как сложится их совместная жизнь, узнаем по будням в 13.00 и 23.30. Ты что, заложила нашу квартиру? Алиса. Зачем? Он что, тебя заставил? Кто? Зачем ты заложил нашу квартиру? Алиса, дела шли очень плохо, и мне пришлось. Но я все улажу, я обещаю тебе. Я поняла. В середине недели вам предстоит окунуться в историю. Масштабный фильм о событиях битвы при Ватерлоо, снятый Сергеем Бондарчуком, не отпустит вас от экранов. Ватерлоо – это последняя оставившая войска Наполеона битва в Отечественной войне 1812 года. В ней разгромленные на голову французы потеряли 31 тысячу человек, союзники – 21 тысячу солдат. Обе части экранизации смотрим на ЛРТ в среду и четверг в 20.45. Ваше Величество, чудовище сбежало с Эльбы. Он оказался достаточно безумным, чтобы высадиться во Франции. Не будем драматизировать. Наполеон и его сторонники, тысячи человек, они не очень опасны. Пока. А еще на этой неделе стартует второй сезон уже знакомой вам истории. Дежурный ангел продолжит спасать тех, кому по-настоящему нужна помощь. Наша героиня работает хирургом, однако и ей самой приходится пережить клиническую смерть. После чего ее жизнь переворачивается с ног на голову. Когда девушка пришла в себя, к ней явился ангел. Теперь вместе с ним она помогает душам умерших людей. Эта пара должна распутать много странных дел, чтобы те, кто покинули этот свет, смогли обрести покой. Подробности узнаем на ЛРТ в четверг и пятницу в 8.30 утра и 17.30, а потом по будням. Ну и что мы ищем? Мы ищем негативы на бухту художника. Вы? Я? Вы в ту комнату идите и поищите там, нам нужны негативы с фамилией Заботкин. Заботкин? Да. В завершении рабочей недели вы точно убедитесь, что бывших спецагентов не бывает. «Человек ноября» – киноистория об экс-работнике ЦРУ, который, невольно вернувшись в дело, оказывается в эпицентре международной интриги. И, конечно, как любят в таких случаях в Голливуде, речь пойдет и о России, и о шантаже, и даже о войне на Северном Кавказе. Но наш герой решает разгадать тайны нечестной игры. Что дальше, увидим в пятницу в 20.45. Девера! Это был Девера! Что он здесь делает? Питер Девера, один из наших. Оперативник 77 по 2008. Под началом Хенри. Возможно, неделя была трудная, и времени посмотреть новости городского округа Люберцы у вас просто не нашлось. В выходные наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье 10.00 и 19.30.
эти выходные мы предлагаем вам провести с легендарной историей, которую знает весь мир. Лента «Ромео и Джульетта» перенесет нас в Верону эпохи раннего Возрождения. Молодые люди влюбляются друг в друга, но прекрасно понимают, что им не дадут быть вместе. Однако они не намерены просто так сдаваться и делают все возможное для того, чтобы сохранить свое счастье. За подробностями на ЛРТ в субботу в 23:15. Жадный! Выпил, не оставив капли, чтобы мне помочь. Нет же, Джульетта, полно вам. Идем. Один лишь поцелуй. Быть может, яд остался на губах. Непобедимые. Именно так называют себя герои ленты, которую вы увидите в воскресенье. Так ли это на самом деле, предстоит разобраться. Старых школьных друзей спустя годы снова сводит вместе несчастный случай. Им предстоит принять участие в турнире по питанку, их любимой детской игре. На кону огромный денежный выигрыш и дальнейшая судьба одного из непобедимых. Получится ли у товарищей детства помочь герою? Смотрим 12 ноября в 23:00. Сосредоточься! Потом бросай. Если игра будет в Лондоне, там будет идти дождь. Это ураган, а не дождь. Я ничего не вижу. Овчарка. Сначала верблюд, потом испанский автобус. Вот и все. А чтобы вы знать о нашем телеканале больше, постоянно заходите на официальный сайт www.lrt.tv. А еще за жизнью ЛРТ вы можете следить во всех соцсетях. Присоединяйтесь к нашей дружной компании. С вами была Анна Троян. Не болейте. Пока-пока.